Привет всем подписчикам моего канала. Если вы еще не подписчик, то самое время сделать это. Почему? Потому что впереди вас ожидает классное и интересное видео. О чем же будет это видео? Это видео будет о моем заключительном турнире в осеннем сезоне 2016 года. А какой это турнир? Это турнир Power Pro Show. Первый в истории в России в Москве турнир, где будут соревноваться профессиональные атлеты в дисциплине Men's Physique. И конкуренция обещает быть достаточно жаркой и жесткой. Почему? Потому что выступает порядка 11-12 атлетов, и ровно половина из них – это люди, которые выступали на Олимпии, причем были некоторые из них в десятке, а вторая половина – это люди, которые будут первый раз выступать вообще на профессиональных турнирах. Поэтому мне будет достаточно интересно узнать, как же судьи в этот раз нас оценят. Ну а вам будет достаточно интересно узнать, как проходил этот турнир. Я расскажу также о некоторых тонкостях подводки, подготовки к этому турниру. Ну и просто вас впереди ожидает красивая картинка. Как вы видите, я сейчас улыбаюсь. Кто смотрит мое видео, знает, что я всегда начинаю с такой грустной рожей, с грустной миной на лице, потому что мы всегда начинаем заранее снимать видео, когда я еще, находясь в Москве, только перед вылетом, соответственно, на соревнования. Так как этот турнир проходит в Москве, мы снимаем уже его за день непосредственно до выступлений. Но выступления в этот раз будут 2 дня проходить, субботу и воскресенье. Сейчас пятница, вечер. И я уже гружусь. Гружусь я в основном рисом белым, а также бататом. Кто не знает, батат – это такой картофель американский, или ямс еще называется, или сладкий картофель. Он у нас продается, я его накупил примерно 6 или 7 килограмм, выглядит он вот так. Стоит в районе там 300-350 рублей за килограмм. Его только ни в коем случае не варите, потому что на вкус это будет просто что-то ужасное. Его можно только жарить и запекать, тогда это будет реальная вкуснятина. Вот, итак, что предстоит? Сейчас мы поедем на регистрацию, наконец-то увижу всех атлетов. Я уже смотрел смешные фотографии из Инстаграм, когда парни понапихали себе на голову эти шапки российские с кокардами и пошли на Красную площадь, афроамериканцы фотографироваться с вами. Вау, я на Красной площади здесь, я мечтал всю жизнь побывать. Вот, забавно было смотреть эти фоточки в Инстаграме у них. Вот, но сейчас мы наконец-то с ними со всеми увидимся. Также будет дисциплина среди профессионалов женская бикини. Тоже много девчонок приезжают и из Новой Зеландии, и из Колумбии, и вообще с разных стран мира. В общем, будет очень жаркая битва. К тому же, будет огромное количество впервые выступать именно российских атлетов. В первый раз в истории я буду соревноваться с российскими атлетами, потому что до этого 2 года я соревновался, единственный парень из России был. Сейчас сразу 2 будет из России в Men's Physique выступать парней. И, по-моему, 3 или 4 девочки будет выступать и представлять Россию, соответственно, в бикини. Вот, как я уже сказал, сейчас поедем на регистрацию. У нас там ждет Робин Чанг. Робин Чанг – это вице-президент профессиональной лиги с напутственным своим словом. Завтра 2 дня экспо. Power Pro Show будет проходить. На этом экспо присутствуют мои спонсоры. Соответственно, мне необходимо будет поставить на их стендах. Их там будет 3 или 4 даже. Вот. И, соответственно, успеть выступить. Поэтому работы будет очень много, дел очень много. И со всем этим я хочу вас познакомить и показать. Ну что, но мы пока поедем на регистрацию. Пресс-конференция закончилась, как всегда, не без происшествий.
Вдруг оказалось, что не 9 человек, а 14 аж выступают. Причем один парень сидел, такой говорит: ребята, меня в списках нет. Меня спрашивают, как нет? Ну вот я приехал. Эму Робин Чан, президент, говорит: слушай, а тебя вообще в списках нет, что ты сюда приехал? Ну, в общем, они все решили. В итоге нас завтра выступает 14. Но до сих пор непонятно, где нас мажут гримом. Нет бейджев, неизвестно во сколько начало, потому что сначала должна быть пресс-конференция, потом мы выступаем. В общем, как-то пока не собрано. Это минус организаторам PowerPro-шоу. Но, тем не менее, я думаю, все равно все будет достаточно весело и интересно. Я сейчас дождусь еще часик-два, пока они напечатают эти бейджи, потому что мне завтра с утра уже надо работать на выставке и бейдж своему тренеру взять. Вот, поэтому еще посижу здесь час-два, деваться некуда. И все, поеду, наверное, домой спать. Так что смотрите дальше. Ну что, начинается шоу, начинается выставка, начинается экспо, и скоро нас ждут соревнования. С утра я уже был на первой пресс-конференции, кадры вы, наверное, сейчас увидите. Второй раз меня уже сажают за один стол с лучшими топ-атлетами, очень приятно. А также приятно, что в этом году организаторы и компания «Адамас», спасибо ей отдельное, сделала медали для именно людей, которые приехали из-за границы, для топов Олимпии. И такую же медаль оттуда вручили мне. Это было очень приятно. Это большая красивая медаль, очень тяжелая. Сейчас вам ее покажу. Медаль называется «Из России с любовью». Весит, наверное, килограмма полтора, если честно, из меди. Очень классная, большая. Здесь храм Спаса на Крови, Василия Блаженного. Вот. Сейчас я немного поработаю на стенде. Как вы видите, это стенд моего спонсора «Олимп». Приятно, что они сюда приехали и выставляются. Но потом еще одна пресс-конференция, и после нее уже в 4 часа будут соревнования. Времени мало, нужно успеть поесть еще 3-4 раза, сделать правильную подводку. В общем, работы сейчас впереди очень много. Но также ребята уже подошли сюда на стенд, хотят с вами сфотографироваться. Думаю, я не буду их заставлять ждать.
goblins from Mars. Ryan Oaks. We glowed up. We glowed up. We glowed up. Oh man, look this glory of us glowed up. Pulled up, tell him pull the curtain. Roll two, no three. Got a fifth of bourbon. Got foreign bitches that shepherd German. That I want the brain from. I need the learning. They told us all that we'd end up broke. We sucked it up and we did the most. Now we taking over. We want the globe. So it's to the west to go take the coast. Everyone got shit to say. I tell them grow up. When they try to bring us down, we only go up. We tell them that we in their city. Everybody shows up. And I get to swerving, spit legit, man, I'm sick for certain. I'll fix the shit that y'all bitches hurting. Y'all shit just isn't sick, get to working. I speak in cursive, my words are slurring. Chasing cheese, man, I've been affirming. I'm in the cut, but I ain't a surgeon. I'm your favorite rapper, but the sicker version. This shit determines those men from sheep. I've been at work while y'all been asleep. I got a million down, it's not shit to me. 500,000's not a hit to me. Them people talking don't get to me. 1K to 2 is not a flip to me. And one day or two, you'll all be hip to me. Cause I keep it high, but flow 6 degrees. Everyone got shit to say, I tell them grow up. When they try to bring us down, we only go up. We tell them that we in their city. Ну что, друзья, вот закончился первый день и предварительный раунд судейства. Вызвали в первом коллауте. О боже, меня вызвали в первом коллауте. Спасибо большое. Не знаю, когда ты стоишь за сценой и смотришь на других атлетов, такое ощущение, что все так круто выглядят, а ты полное говно какое-то. Но вот там люди вроде подошли и сказали: не, чувак, все классно, супер выглядишь. Но, блин, это накладывает определенные обязательства. Я сейчас не могу пойти ни в Макдональдс, никуда, ничего. А так сейчас безумно хочется просто отдохнуть и что-нибудь съесть. Тренер сказал, что немножко риса, без соли, без всего. И спать. Блин, а жрать хочется, честно, ребят, вы даже не представляете как. Но деваться некуда, раз в первом коллауте, значит, надо задержать завтра форму. В 3 или в 4 часа мы выступаем. Перед этим опять нужно прийти на стенд поработать. В общем, достаточно это нелегко на самом деле. Сейчас я стою на стенде, вот здесь огромная толпа людей сейчас собралась, которые хотят со мной сфоткаться. Поэтому вот такая вот у нас нелегкая работа. Но, скажем так, если назвался бодибилдером, залезай на стенд, как когда-то Миша Кокляев сказал. Поэтому работаю, продолжаю работать. И спасибо вам, что вы поддерживаете. Будем держать пальцы. Надеюсь, завтра все случится, все будет хорошо. Я додержу свою форму и ее только улучшу. Друзья, вот начинается второй день шоу, второй день выставки. Как вы видите, я уже стою на стенде с утра, уже спасибо, выстроились ребятки за автографами, здесь вот раздают такие красивые плакаты, кто вчера не видел, мне их чуть попозже принесли. Я сегодня спал, если честно, очень тяжело, не мог заснуть, башка просто разрывалась от усталости. Вот, но удалось мне поспать немного, миралоксанта выпил. И сейчас у нас 3:30 уже шоу наше финальное, и уже наконец-то мы узнаем, кто какие места заслужил. После этого я вернусь обратно на стенд и поработаю. Ну, ощущения, скажем так, самые радужные, самые трепетные. Надеюсь, все получится, мечты мои исполнятся. Вот. Чувствую себя отлично, пресс опять должен быть глубокий, желудок пустой, кишечник пустой. Все правильно сделали подводки, достаточно сухой. Но, безусловно, форму должны оценивать судьи, а не сами спортсмены себя. Вот. Поэтому осталось ждать недолго, буквально 3 часа, и мы будем знать, кто же лучше на PowerPoint 2016.
Извините его, пожалуйста, я ему скажу, что он... Чуть-чуть пониже, плиз. Face the front. Switch your places, 1 and 3. And 9 and 15 as well, switch your places. Turn to the rear. Ребятки, вот и закончился для меня наконец-то сезон, который длился, блин, подготовка с весны началась аж.
поэтому в районе 9 месяцев все это длилось, диета последние 4 месяца была, я очень-очень устал, и мне уже как бы просто хочется одного, пойти в Макдональдс и просто съесть два Биг Тейсти, вот что я хочу. Вот, но мнение судей не буду комментировать, могу сказать только одно, судят в Европе и в Америке абсолютно по-разному. Здесь победили вот небольшие атлеты, особенно которые стали вторым и третьим. Я предполагаю, что в Штатах бы их даже в пятнашку не пустили на Олимпе, хотя, в принципе, я там туда не попал. Но, тем не менее, там выбирают гораздо крупнее атлетов, таких бодибилдеров шорта. Здесь вообще другое было судейство, а я, наоборот, пытался показать как бы жесткость, мускулистость, дефиницию, но почему-то судьи не оценили, ну, значит, так. По всей видимости, значит, выступления в Европе для меня закончились. Буду, если выступать, то только уже в Америке. Вот. Но я сейчас хочу сделать перерыв небольшой. Для меня это уже 8-й сезон был без перерыва, я немножко подустал. Поэтому следующую весну я буду точно пропускать и буду уже готовиться на турниры, то те, которые уже будут после Олимпии 2017 года. Вот. Ну, как-то вы сами все видели, у каждого из вас есть свое собственное мнение относительно моего выступления формы. Просьба, пишите его в комментариях, с удовольствием почитаю. Может быть, действительно какие-то были у меня грубые ошибки. Вот. Ну и вам спасибо большое за то, что вы смотрите мой канал. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайк. Вот. Ну и вам привет с Power Pro Show. С вами Денис Гусев, друзья.